Ребята, всем привет, с вами Александр, и вы на канале Kinder & Company. Сегодня мы откроем очередную коробочку сюрпризов. Но на этот раз я скажу все правильно, это не Kinder сюрпризы, это сюрприз яйца диснеевские. И как мы видим, по знакомым, наверное, многим уже персонажам, у нас написано, вот здесь написано из кино Frozen диснеевский. Ну, в нашем переводе оно звучало как «Холодное сердце». История мультика была о чем? Что волю и заклятие Северное царство попало, короче, в вечную мерзлоту. Такое наложилось заклятие на него. Вечная зима у них там была. И рассказывается история о приключении двух сестер. Это у нас Анна и Эльза. Смешной снеговик Олаф. И к ним еще где-то вот наши, собственно, персонажи все. И простого юноши Кристофера. И у него был такой еще чудесный друг. Где-то друг, ну вот только вот такой вот носит друг олень Свен. Посмотрим, что же нам попадется. Это изображена у нас вся коллекция, как я понимаю. Это у нас получается брелки будут такие вот в серии присутствуют. Брелки в виде голов. Очень будет странно, если это будет не целая фигурка, а брелок только в виде головы. Да. Так, вот еще какое-то чудище, какие-то гномы или тролли. Ну, бог его знает. Честно говоря, сам мультик я не смотрел. Ну, будем надеяться, что нам попадет. Ну, это как обычно. Будет здесь три игрушки из коллекции. Но главное, чтобы не попалось одинаковых, как у нас было с Микки Маусом. Ладно, давайте приступим к отпечатке. Так вот, я подобрал уже подставочки другого цвета, чем они были в прошлый раз. Остановись. Так. Так. И вот так. Как мы видим, у нас два снеговика Олаф. Так, правильно, Олаф, да, не ошибаюсь я. И одна принцесса изображена. Ну, это как бы ни на что не влияет. Кстати, одно яйцо примятенькое. Абсолютно не раскидку или какой-то там ерунды непонятной. Ладно, давайте. Как вы уже поняли, я, в принципе, коллекционер. Не сумасшедший, не злостный, но коллекционер, и хотя бы одну золотиночку мне нужно в хорошем качестве получить. Смотрите, они у меня с холодильника, но как бы пострадало яичко, неизвестно каким образом. Как будто бы, это, наверное, у нас в магазинах продавцы пинали эти коробки ногами или играли ими там в салочки. Так, и у нас что? Так, давайте достанем, что у нас там есть внутри. Так, ну, изображена вся наша коллекция, да? Да, кстати, картиночка немножко другая, чем на коробочке. На коробочке у нас не было изображено, простой парнишка у нас не был изображен в полный рост. Ну, чуть-чуть больше, буквально на одну фигурочку. Так, и да, вот он, это у нас такой брелочек в виде головы. Ну, как-то немножко странно. Лучше бы не сделали его целым. С туловищем, ё-моё. Так, даже ножки надо. Ну, вылазить давай. Фигурочка явно резиновая. Плохо вылазит из кулечка. И у нас, конечно же, есть Дисней. Ну, очень детально сделано. Смотри, бровки сделаны отдельным кусочком пластмассы. То есть носик прорезан, глазки состоят из трех кусочков пластмассы, черных и белых. Ну, думаю, к качеству претензий нет, конечно. Дисней очень приятная такая софт резина, матовая слегка, очень качественная игрушечка, брелочек на рюкзачок. Ну, что-то мне кажется, ни одной из них трястись не будет. Так, ну это яйцо у нас попалось целым. Сейчас мы это поправим. А, хорошо разделилось. Так, что у нас будет в качестве второй фигурки? О, в качестве второй фигурки у нас попадается снеговичок Олаф. Ну, я помню, да, такой он, такой сумасшедший, наверное, чем-то похож на, по своей веселости, на этого. На сумасшедшего из ледникового периода, на леница.
Ну, опять же, деталька очень качественная, все в пластмассочке, прорисован, знаете, его можно использовать как трафарет. Там, чем-то нарисовать, типа фломастером, его так вот на бумагу отпечатывать. Мне кажется, получится неплохой. Вымазал его в шоколад. Быстренько его ототрем. Это вот брелочка. Не знаю, попадется фигурочка хоть у нас или нет. Хочу фигурочку. А то брелочки это хорошо. Стоячие яичко. О, это тарахтит. Надеюсь, это тарахтит фигурка. Я уже руку набил, отпечатываю. Открываю яйца все быстрее и быстрее, не повреждая золотинку. И что же у нас будет здесь? А нет, я ошибся. Но, по крайней мере, нам попалась принцесса. Повторений не было, и это радует. Это, по-моему, самая красивая фигурка из тех, что у нас были. Вот такая. Ну, не считая того, что это милая девушка, она еще самая детальная. Глазки, смотрите, три цвета резины, даже подожди, четыре. Черная, зеленая, белая, ну и там на фоне оранжевая. Какие губки, смотрите, какие прекрасные губки у нее. Розовенький такой красивый цвет. И волосы, и челочка, все у нее есть, и все сделано у нас прекрасно. Ну, сестричка. Наша сестричка, да, это наша рыженькая сестричка, которая у нас с двумя косичками бегала. Вот такие вот у нас прекрасные резиночки. В принципе, захотелось даже собрать всю коллекцию. Так, ну что, ребята, голосуйте, кому какая фигурка больше понравилась. Точнее, не фигурка, а какой брелочек, кому больше понравился. Все они очень красивые, качественные. Так, ну я думаю, мы продолжим. Я, наверное, еще прикуплю этих наборчиков, чтобы подсобрать еще другие фигурочки. Не оленя. Все ждем оленя, да? Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был Александр. С вас по лайку, а с меня следующая серия.